Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня срочная и очень важная новость по поводу изменений, которые грядут в нашей с вами игре. Пока есть подтвержденная информация по игрокам на лесте в отношении ВГМ, я буду еще уточнять, задал соответствующий вопрос. Как только у меня появится информация, обязательно напишу, либо запишу отдельный видосик. Напишу в комментариях, скорее всего, под данным видео, ну, либо в описании видоса. Что касается восстановления техники, как многие из вас знают, коллекционную технику, в частности, можно продавать за голду, и потом можно было восстанавливать эту технику, обращаясь в центр техподдержки, будем так его называть, ЦПП, если кратко. Так вот, ребят, грядут следующие изменения, выглядят они следующим образом. Это официальная информация с источника. И здесь говорится о том, что грядут изменения в процедуру восстановления техники, и с 1 сентября 2023 года восстанавливать технику можно будет непосредственно через клиент игры. Как это будет выглядеть, как будет реализовано, я покажу через буквально пару секунд. И только ту технику можно будет восстановить, которая была у вас продана после обновления 9.2. Технику, которая была продана до 17 августа 2022 года, то есть до этого обновления 9.2, можно будет восстановить, то есть вернуть себе до 1 сентября 2023 года. И сейчас для этого в ЦПП есть возможность соответствующая сделать это. После этой даты восстановить технику после 1 сентября 2023 года вы не сможете себе назад в клиент восстановить те танки, которые вы продавали до 17 августа 2022 года. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что в случае, если вы не успеете их восстановить, вы просто потеряете данные машины, ну и, соответственно, ничего приятного и хорошего с этого не получится. Что касается того, как это выглядит непосредственно на сайте самой Лесты, то обратите внимание, я уверен в том, что, ну, многие игроки не заходят туда для того, чтобы ознакомливаться постоянно с какими-то новостями. Выглядит следующим образом. Здесь прописано, в принципе, все то же самое, один в один. Уважаемые игроки, спешим сообщить, что с 1 сентября 2023 года восстанавливать технику можно будет только через клиент игры, и только ту технику, которая была продана после выхода версии 9.2. Дату я уже вам сказал. Технику, которая была продана до 17 августа 2022 года, то есть до этого обновления, можно успеть вернуть до 1 сентября. Ребят, короче говоря, есть неполных 4 месяца на то, чтобы накопить голды или серебра и вернуть себе те машины, которые вы продавали. В дальнейшем мы будем с вами восстанавливать ту технику, которую мы продавали после 17 августа 2022 года, через соответствующую кнопку в самом клиенте игры. Все станет гораздо проще, но, ребят, как я уже сказал, берегитесь, есть вероятность того, что вы потеряете свои машины, а мне бы очень сильно этого не хотелось. Как я уже сказал, будет ли это касаться сервера Европы, я уточню и отдельно, скорее всего, запишу видео, касается это Европы или не касается. Ну а если вы за своевременные видео, за своевременные новости, если вы за честные обзоры на технику и товары в магазине, подписывайтесь на мой канал и жду вас у себя на Дискорде, там, где собираются новости с официальных источников и выходят, как только они публикуются соответствующими источниками. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!